Чтобы мусор не разлетелся, в Караганде по поручению акима города Мейрама Кожухова планируют благоустроить 370 мест складирования ТБО. Часть из них уже привели в порядок, но все еще работают над усовершенствованием. Подробности расскажет Ирина Вабищевич. Это вот то, к чему мы стремимся, к этому стандарту, который мы хотим по городу полностью внедрить. Да. Так, баки мы купили, баки есть. Теперь, что здесь делаем? Здесь был подиум, мы снизили его, полностью залили бетонную подушку для того, чтобы было комфортно выносить эти ящики для сбора ТБО. Еще мы увеличили, то есть мы сделали западницу, еще метр вытащили, чтобы именно вот эти контейнерные площадки находились внутри. Аким города в прошлом году обещал взяться за безобразные контейнерные площадки в городе. Возмущение вызывал не только внешний вид, зачастую отсутствие асфальтированных подходов и подъездов к бакам, но и принцип функционирования и опорожнения, из-за которого мусор разлетается по округе. Заасфальтируют, крышу сделаем. Он же уже не сможет же сверху загрузки? Нет, не сможет. Оно, соответственно, разлетаться не будет при подгрузке. То есть мы получаем свой результат самыми чистыми. Ну да, контейнер. Вот завтра услугодатель нам просто 5 машинами же город не вывезет. Не вывезет. Ну, есть заверение, что он возьмет машины, дополнительно будет докупать именно с задней погрузкой. Уже более 20 таких площадок появились в городе. Часть в работе. В целом 300 обновленных санитарных объектов появится в районе Казабекби и 70 в Букихана. В нормальных цивилизованных странах не такие крышки. Люди не будут эти грязные крышки руками открывать. Надо смотреть варианты. Как колесо, чтобы он, ой, не колесо, а педаль нажал, чтобы как-то крышка открывалась. Угу. Либо такое здесь гнездо, гнезде. Давайте мы их закроем. Закроем и сверху сделаем, может быть, вырежем окно. По мнению градоначальника, добиться чистых контейнерных площадок можно еще и сортировкой мусора. Вот смотрите, половина баков лежит в коробке. Вот коробка, вот коробка, вот коробка. Вот это все должно было в той сетке быть, правильно? Да. Коробку кто положил? Нет. Коробку положил в магазин. Какой-то из магазинов. Надо пойти и сказать, почему ты сюда ложишь? Почему ты сюда ложишь? Вот банка из-под пива, вот от мясных коробок. Если бы она там лежала бы, вот той, соответственно, здесь бы меньше объема было. Городской глава предложил у контейнерных площадок на время ставить волонтеров, которые бы разъясняли жителям, предпринимателям правила сортировки, а также вразумляли роющихся в баках хотя бы не разбрасывать мусор. Ребят, я вас прошу об одном. Начали делать. Шикарное дело начали делать. Приводим их в порядок. То, что хотели, то, что жители просили. Она снаружи не страшна. Она непродуваемая. Она не разлетается. Ну, давайте доработаем. Чтобы не получилось, что мы 99% сделали, 1% какой-то не додумали, и все. И наша работа коту под хвост, как говорится. Ирина Вабищевич, Данил Заславский, 5 канал.